19 серия. Не успев еще пережить шок от того, что увидела перед собой Недима, Дженнер вновь шокирована тем, что услышит от него. Пока Шанис думает, что ее план работает безупречно, действие Дамлы ударит ее туда, куда она не ожидала. Дамла делится пережитым с Дживаном. Тем временем Агях словно обуревался в Нике. Находясь под одной крышей с Недимом, Джамрай испытывает давление на каждую секунду. Пребывание Недима в особняке продолжает оказывать тихую угрозу для Шаниса и Дженка. Дженк больше не в состоянии выдерживать это давление. Шанис и Дженк все время настороже, а настоящий сюрприз Недима, подобно бомбе, падает на семейный ужин и шокирует всех жителей особняка. 20 серия. Увидев перед собой Недима и Джерен, идущих рука в руку, в особняк приходит в состояние шока. Агях, переживающий сильный шок, намерен выставить Джерена из дома. Однако то, что Недим выступит против этого решения, станет для Агяха поражением. В то время, как Дженк и Дамла впадают в шок от того, что Недим говорит, что он владелец особняка, Шанис будет стараться эту ситуацию перевернуть в возможность. 21 серия. Дженк пытается выкрутиться от сомнений Джамре, но будет в шоке после того, как подключится и Недим тоже. Огонь, который зажег Недим, превратится в спор, который глубоко заденет Джамре. Тем временем сумма, которую желает Дженнер, дойдет и до ушей Шанис. Шанис не может поверить, что Агях завелся со слов этой сумасшедшей и использует СХР против Джерен.